Ну вот мы рассматриваем, что кибертроника линии для позитроники, искусственный интеллект еще. Нервный сканер. А вот система наведения Ахиллес. Ну вот Ахиллес какой. Шанс уничтожить одним попаданием. Результаты сканирования целей и наводит ракеты на двигательную установку. А, и не уничтожит маленький корабль одним попаданием. Мне известно, потому что он имеет в виду маленький корабль. Одно дело, ну, большой корабль, все нормально. Детектор. Сканирующий детектор. Высокочувствительные сенсоры. Способы установить. Малейшая способность обнаружения невидимых объектов в радиусе действия. Непонятно, системный он или это для боя. То есть вот этих антран обнаружен. Так он и так обнаружен. Дальше, да, затыкается. Позитроники. Автолаборатория, какое-то сумасшествие. Удваивать вселенские лаборатории, 10 лет. Там 2 за 2. Из 4. То есть 2 на 2 было 2 лярда обслуживания и 2 мегапоинта. Там тут стоят 4 лярда и 10. Вот эта линия нам нужна, а линия Титана будет давать то же самое пока. Ну, по мощности Титан пару линкоров, да, он круче. Ну, если мы пару линкоров, например, выставим. Да не там, ну, стандартный Титан. А, ну, конечно, если он там, где распределение энергии, там, поглотитель энергии там поставить. На пополнение урон. Получает урон от энергетических атак на корабль. Поглотитель энергии. Ну я про контра как вырос. И перенаправляет энергию, часть энергии на перезарядку защитного экрана. Супер Excellent Super. Ну это суммарно 40 тут. А здесь 24, вот так вот, 22. Ну, столько не надо, 24, 10, 34, а тут 44. Ну, когда вот этот, допустим, а, ну, то есть это автоматическая лаборатория. Ну, это, как говорят, автолаборатория. Автономные. Вот это даст прирост поинтов. Ну у всех, и может они как-то там сюда можно как-то по прямому. Ну только после кибертехники, после рабочего шахтера. Далеко. Без лунной лаборатории. Сложно в продвижении. Ну, чтобы получить, а потом получить такой мегабонус. Ну, если это он дает, конечно, не знаю, вот это так я рассказываю. Потому что когда, когда у нас уже титаны, а середину уже это что дает, вот там уже так классно. Тем игра заканчивается, не держит такого. Не выдерживает. Компьютеры не выдерживают такого. Ну то есть скорее всего, что нам надо будет не титана развивать, это уровень титана, автоматическая лаборатория. А этот? Ну потому что 44 тура, 42, это долго. А это тут дойти, допустим, сюда, если бы удалось. Если все удастся еще туда дойти. Потому что там много битв предстоит. Да они то лезут и лезут, что-то бесконечно.
Ну, у нас империя уже, правда, прироста нет. Амплитуду прироста всего это поэтому будет, ну, типа, войной заниматься. Ну, типа, производиться. Флот. Хотя Псилона не особо ошибка. Не особо ошибка-то они не понял. Корабли у них, да, круто. Это только они три игры прособанили, а потом четвертой начали войны еще не с нами на вас, а не с кем разрывали, там, с Тилими Клара, там, еще. Булрати. А тут что-то дает там. Нейронный сканер, что безопасность плюс 15. Повышает уровень безопасности колонии с агентами, ведущими контрразведку. Да у нас агент, они есть, но не на все как бы раз. Нет. Просто, ну, возглавляю. Ну это после этой демо и вот этот. Потеряю. Ну сейчас бы нам и демо тоже будет. Ничего не делаем. Нарастит население. Ну, наращиваем мощи. Цивы, да не а цивы, это ну там цивы. Может какой-то там даже тут супер цивы или потому что цива может стать какой-то супер цивы, а мега цивы, да. Только мини цивы вот эти. Мини мега цивы будут стать. Какой-то, ну, более, еще более там. Ега вырастет. Терра цива. Ну, Терра это земная. Многофазовый экран. Бонус еще экран базового корпуса плюс 30. Ну, это дополнительный экран. Конечно, когда там крутой, допустим, тот или корпус. Ну, тот пятый и восьмой, да. Ну, восьмой это пятый типа мини, а тут линкор 15 или 14. Ну, почти тогда это 15 уже выпустил. То у нас, конечно, с вот этим экранчиком. Это еще 30% на поле. Бонус очков. А, это он увеличивает как бы. Повышает максимальное количество поглощений. Ну и то ли это экран к экрану, то ли корпус или. Почти. Ну уже с таким столкнулись вот там. Модификация фазы, Рассел Фазер. Но это между линкором и Титаном, вот это строительство Титана, астроинженерия корпуса. Вот пространственная связь. Очки командования плюс 3. То есть, это, ну, то же самое, что... блин, делаю. Что вот эта боевая станция. Тут ну, очки команды плюс 7, а в реале он дает станцию плюс 5. Сейчас вот звездные базы и он грейдит боевую станцию плюс 2. Ну то есть что мы будем грейдить их, например, ну там и сканирование. У нас где-то двойка сканирования, то мы еле видим. У нас соседнюю систему только видит, говорит, что двойка. Ну там соседи где-то сбоку, вот там дыры там. Связь что даст? И плюс 3, больше чем падает сразу. Ну там увеличить флот можно. То есть можно вот эту делать и увеличивать флот, которого еще нет. Вот если у нас флот полетит, ну, количественно. То есть останутся линкоры, там уже крейсеры еще какие-то есть. То нам вот это пока не надо. Ну, долго произойдет. Ну, не сверх, но смотря от расклада. Торпеды. Ну, просто что, если мы, допустим, сюда. Сейчас вот прям сейчас нам пока не надо. 5-7 минут.